Квартет. Серия маловероятных ограблений поездов. Загадочная колода карт. Флот смертоносных дирижаблей. Случайный маг. Выбери одну из четырех в любом порядке и узнайте, как они приплетаются в этой пошаговой ролевой игре. Это, кстати говоря, приятная 2D игра с видом сверху. Да, графика тут пусть и пиксельная, бои пошаговые, но интересные и довольно красивые. И все, абсолютно все интуитивно понятно, даже читать здесь особо и переводить не нужно. Поговорив с NPC, отправимся в подвал, где начинаем гасить разных монстров, как и скиллами, так и обычными ударами. У некоторых монстров, к примеру, есть различные иммунитеты. Ну, к примеру, к физическому урону или защита от магии. Да, и мобов здесь хватает. Это тоже демоверсия, кстати говоря. Хоть графика здесь и пиксельная, но она достаточно приятная глазу и интересная. Вообще-то, здесь довольно интересно. В этой демо-версии достаточно вообще-то показано, чтобы игру добавить себе в избранное для покупки. Но вот по поводу того, что вас здесь ждет ориентировочно... Ну, во-первых, ждет ориентировочно достаточно большое приключение. Обещают тоже многое. В принципе, я буду за этой игрой следить. Надеюсь, когда она выйдет, тоже будет неплохо сделано. Сами сможете попробовать демоверсию себе установить. Я говорил про эту игру, что хочу посмотреть вообще то, что обещает разработчик. Но, вспоминая свой опыт обещаний разработчиков, я скажу так. Вот когда она выйдет, вот тогда и посмотрим, что будет. Потому что эти обещания читать — это бесполезное дело. Но даже на данном этапе, если разработчик продолжит в том же духе делать игру, она получится очень довольно-таки интересной игрушечкой. Еще к тому же, если на планшетник будет, то можно будет на телефончике поиграть. В принципе, довольно приятная, нетребовательная к железу игра. С неплохим сюжетом и механиками игровыми.